Ну, наверное, как говорят, что вот мы сохраняем русский язык, русские традиции для того, чтобы воспитывать молодое поколение. Но, наверное, в первую очередь мы его, наверное, не воспитываем, а даем возможность проявить свои эмоции, наши нормальные, человеческие, может быть, современные эмоции, слушая вот эту нашу народную культуру, наши народные песни в виде народные бытовые танцы. То есть этим самым мы, наверное, даем человеку больше раскрепоститься и больше понять, наверное, свои генетики. Если мы русские, у нас вот такой темперамент, у нас такие вот эмоции, у нас такая разговорная речь. Даже исполняя какие-то песни, прежде чем ее исполнить, мы расшифровываем, о чем эта песня идет, чтобы ее не только эмоционально воспринимать, но чтобы все-таки прислушиваться к содержанию, которое идет в этой песне, не всегда понятно вот с первого раза ее услышав. Вдоль по бережку покаживала, Чернобыль траву залавливала, а Чернобыль...